Дундун. Здравствуйте, дедушка. Мир вам, юноша. Дедушка, а как у вас дела? Во славу Божию, с Божьей помощью. Вы верующий, дедушка? Я сам православный христианин. Зашел в чат-рулетку поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы есть? Порядочно так, дедушка. У вас есть рассуждение о смысле своей человеческой жизни? Ну, я вот сейчас очень сильно, как сказать, очень сильно загоняюсь из-за того, что я попал в аварию и стал инвалидом. Я на коляске. У меня один совет. Вот, например, я сам к Богу пришел 26 лет. Я, конечно, не инвалид, но есть люди, многие находят утешение вот в этой книге. «Святая Библия» называется. Начните с Нового Завета, вам советую приобрести и начать читать. Здесь Господь показывает, как многих Он исцелял, восставлял, во-первых, духовно, во-вторых, телесно. Но это не значит, что если вы помолитесь, вас Господь исцелит, у вас восстановится после аварии. Нет, конечно, может быть, этого не произойти чудо. Но однако вы найдете мир в душе, когда будете с Богом. И вы поймете, что все в жизни, все, что наше происходит, это все происходит по воле Божией. Господь, значит, до вас хочет в этот момент достучаться. Он говорит, придите ко мне все труждающие, обремененные. Также вот в Слове Божьем написано, что Господь говорит, я все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, я отворю дверь, войду к нему, буду вечерять с ним, и он со мной. То есть войдет в сердце человеческое. Вот 26 лет я впустил Христа себе в сердце. Здравствуйте. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Здравствуйте. Я православный христианин, ищу поговорить с кем о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы есть? Может, какие вопросы? Опять секта, но... Ну, вообще я сейчас мудику на сообщение вели. А великая мы посылась? Это Гульден. Гульден, правильно? Да. Дискурс. Недостаточно. Если вы 5000 рублей баланс. Баланс? Да. А не Нана вели. Здорово! Миро. А? Мир вам! Спасибо вам также. Ха!
Здорово! Мир вам! Я православный христианин, ищу с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы есть? Мир вам. Да, малый. По-русски-то говорите? Здоров, почтальон. Мир вам. Ага. Вам тоже мир. Мир и добра. Спаси Христос вас. Спаси вас, Аллах. Давай. Пусть спасение только через Христа. Ибо нет другого имени, которое надлежало бы нам спастись. Это Иисус Христос. Лишний не разговаривай, короче, давай. Господь спасет ваши души. Блять, ебать, депутат какой-то попался. Что происходит? А без матерков? А без матерков? А, ты, погоди, ты верующий, да? А, это церковь? Это, я рядом с храмом нахожусь, да. Понимаю. Ты ищу людей, с кем, да? Ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы есть? Ты пропагандист. Я проповедник. А в чем разница? А в том, что мы проповедуем живого и воскресшего Христа, Евангелие. А пропагандист это что угодно можно поговорить. А благовестие только касается Христе. Понимаю. Хорошо, тогда вопрос такой. Как ты думаешь, почему 90% современной молодежи не верят в Бога? Очень-очень просто все. В Библии так написано. Сказал безумец сердце своим, нет Бога. Почему? И там дальше идет дальше ответ. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет дела еще давно, нет ни одного. Никто не ищет Бога. Вот я отлично в 26 лет обратился, мне сейчас 41 год. Я Бога искал смысл человеческой жизни. И нашел только вот в этой книге, в Святой Библии. Вот она. На ней все есть ответы на все наши вопросы жизненные именно. Что касается спасения души нашей. А кто ты по образованию? Если не секрет. По образованию я всего лишь закончил 8 классов. А в дальнейшем я самостоятельно все изучаю. Понимаю. Сколько языков знаешь? Русский. Мне достаточно, потому что я среди русских живу, пока достаточно этого. Вы сами-то Библию-то не читали? Нет, я атеист. Ну и что это вам это даст, атеизм? Даже скорее я агностик, не атеист. Впереди-то вечность. Где мы будем? Все мы когда-нибудь закончим свою жизнь. Да, но дальше идет вечность. Что будет? Продолжение идет жизни. Только где мы будем? Этом... В аду или в раю, это от нас зависит.
Мир вам. Я тебя сейчас приеду и бу. А меня купите уже, да? Мир вам. Мир вам. Мир вам. Здравствуйте. Мир вам. Я православный христианин, ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Можно со мной. Давайте. Может, у вас какие вопросы есть или размышления на эту тему? Вопрос один. Ну, точнее, не один, их много, конечно. Вот как вы думаете, если Бог существует, то почему на Земле был Холокост? Почему дети гибнут, почему невинные страдают, почему так? Понимаете, для меня смерть, это знаете что? Это вот, когда, представьте, мы выключаем телевизор, кинескоп гаснет и все. По мне так ничего там нет, ничего абсолютно. Хотя человек такая тварь, когда ему плохо, он всегда будет на что-то надеяться. Мне кажется, что религия вообще в общем и целом – это средство управления сознанием. Все, вы задали свой вопрос? Ну, я высказался, да. Господь, во-первых, насчет Холокоста и других войн, то, что люди вытворяют, Господь Бог, Творец неба и земли, дал человеку свободную волю. Он нас не отнимает. Мы можем делать добро, а можем делать зло. Мы можем взять нож, этим ножом можем, говорится, масло на хлеб намазать, а можем человека пойти прирезать. Это в нашей свободной воле. Господь ее не отнимает. Но за все придется отвечать. Вот, например, в Библии сказано, я как понял, вы неверующий человек. В Библии так сказано о таких людях. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. То есть вся природа, все творение говорит о том, что есть Бог-создатель. Вот как вы здесь сидите сейчас в квартире или в частном доме, это говорит о том, что кто-то его построил. И даже весь мир свидетельствует о Боге-создателе. Бог все сотворил, начиная с атомов, молекулов и заканчивая таким Извините, пожалуйста, перебью. Позволите, я отлучусь буквально на секунд 30, кое-что принесу. Ладно? Давайте. 30 секунд буквально. Давайте, подожду. Заканчивайте, а я вам, вот я принес кое-что, я прочитаю вам.
Ну, можете прочитать. Давайте предыстую. В жизни часто бывает так, что я улавливаю знаки, определенные знаки, то есть будь то числа, события, неважно, неважно что. Знаки, ну, то есть, давайте так, вот один человек вот недавно, буквально на днях. У вас что-то камера перевернулась. А? Камера перевернулась у вас что-то. На бок камера встала. Блин, у меня просто телефон немножко, ну, плохой телефон. Вот человек недавно пришел ко мне домой. Ну, мои знакомые, они употребляют наркотики, в общем. И он принес коноплю, завернутую в один такой очень интересный клочок бумаги. Я, естественно, я отругал его. Вы говорите, вот я неверующий, знаете... Я верующий, но только для меня, понимаете, вот кто-то сказал, что его зовут так-то, что выглядит так-то. Я в это не верю. Я знаю, что если делать хорошо, то хорошо тебе и вернется. Я знаю это точно. И вот принес он, значит, вот в наркотиках следующее, ну, то есть вот бумажку эту. Библия, Псалом 22. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь я зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох, ну, вы знаете эту молитву. Это Псалом Давида. Знаете, у меня в жизни... Это называется Псалом Давида. Ну, в общем, знаете, мне такое чувство, что вот... Ну, если что-то есть там, если что-то есть там за пределами нашего понимания, то я точно знаю, что человечество к этому не готово, если оно существует. Ну, если это есть, то человек просто не готов к этому. Это вы, точно. Это вы думаете на согласно своих размышлений. Мы-то ориентируемся, Юнити, на то, что Господь дал откровение. Откровение дано вот через Святую Библию. То есть начиная от создания мира, заканчивая, чем закончится этот мир. То есть, как Господь придет вторым пришествием, Господь Иисус Христос, как будет суд, когда все воскреснем в своих нетленных телах на суд Божий. И каждый написан, каждый даст отчет сам за себя, в теле именно, который когда-то делал дело свое здесь на земле. Ибо все нам должно явиться перед судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть, за все придется отвечать, за мысли, за слова, за дела свои, все, что ты творил в этой жизни. Вот для этого Господь, для того, чтобы мы не погибли в вечности, потому что после нашей земной жизни открывается будет вечность, и там будешь, или ты будешь в аду с дьяволом и ангелами его, которые, падшие с неба, будут мучиться бесконечно, вечно, или ты будешь в вечности со Христом быть в Царстве Его Небесном, в блаженстве. То есть здесь нам Господь дает свободу. Вот я 26 лет обратился к Богу. 26 лет я прожил во грехе. Но я 26 лет, когда начал читать Святую Библию, до меня дошло, что я настолько грешен, что мне, как говорится, по моим грехам я не заслуживаю дальнейшей жизни. И Господь мне по великой милости даровал веру через это слово. И вот сейчас уже вот мне 41 год, 15 лет, как я это проповедую Евангелие. То есть Господь меня полностью изменил, избавил от пьянства. Я вот, например, сам я не курил и не матерился в жизни. Вот меня как-то Господь сохранил. Хотя у меня друзья все курящие и матерящие. Это, знаете, вот вы курите и материтесь. Знаете, по сравнению с тем, что я, блин, вытворяю. Нет, я говорю, я этого даже не пробовал. Деле, даже будучи человеком неверующим, я даже не курил и не матерился. Но другие грехи у меня были. Блуд, пьянство, это у меня все другое было. Вот. Но Господь дает полностью освобождение от греха. Потому что человек находится в рабстве греха, и он ничего не сможет с собой сделать, пока Господь Иисус Христос не освободит его. А для этого надо призвать Бога. То есть... Я понял. А почему тогда вот, ну, как говорится, почему вот в этой вере, да, то есть в православной вере, почему все сводится к тому, что нужно вести себя как овечка? Ну, то есть быть мальчиком для битья, может быть. Жизнь тебя пиздит, извиняюсь за выражение, а ты терпишь на всю волю Божию. Знаете, я вырос на улице. Я сам с детского дома. Моих родных убили. Тогда было популярно обмен квартирами. Я вырос на улице.
Я видел, когда дети 14-летние нюхали клей. Это все видел. Сам я этому не поддался. Наверное, не знаю, что-то, может быть, такое случилось. Но я встал. Я встал с колен. Я получил образование. Сейчас работаю в школе. И вот, знаете, у меня есть, конечно, грешок такой. Я алкоголик. Я алкоголик. Молодой алкоголик. Мне 27, и я плотно так бухаю. Знаете, я постоянно задаюсь вопросом. Блять, не знаю, ловлю знаки, но я не вижу определенного чего-то. То есть я как слепец, блин, в темной комнате. А так и... Я слишком долго смотрел в темноту, понимаете? Слишком долго. И она настолько начала в ответ в меня глядеть, что мне, в принципе, жить тошно. Я вам сейчас... Но... Вы высказались или вам ответили? Нет, но я к тому, что вот я как сказал уже немножко ранее, что если делаешь хорошо, то хорошо и вернется. Это факт. Да, аминь, так и есть. Вот в это я верю. Вот я отлично, я вам сказал, 26 лет я обратился. У меня в душе поиск вообще, как сказать, доброго, хорошего, чистого. Ну, то есть я потом понял, что я Бога ищу. С 17 лет у меня начался поиск смысла человеческой жизни. Мир вам. Я православный христианин, зашел в чат-рулетку, чтобы поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы есть? Да нет. Вот этих вот руках, вот этих вот драчунов, извините, что легче сказать. Вот этих вот. Мир вам. Я православный христианин, ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. А, ну да, давайте пообщаемся, я не против. И сам интересуюсь темой и веры, и религии. Ну давайте, да, может, какие у вас вопросы есть по этой теме? Вы являетесь прихожаном церкви или непосредственно служителем каким-то? Нет, просто прихожанином. Простой человек. Сколько лет уже? Что вы тоже? Сколько лет уже православие? Я сам в 26 лет обратился, а сейчас мне 41. 15 лет. В 26 лет я осознанно встал на колени перед Богом, покаялся в своих грехах, которые до этого я совершал, какие беззакония творил. И Господь меня исправил, очистил, убелил. И послал в мир проповедовать Евангелие. Ну, для этого, конечно, надо изучать Слово Божие, вот Библия. То есть она должна быть настольной книгой. И за дня в день я должен вникать, читать нее. А как вы понимаете Библию, когда вы ее читаете? Вы используете какие-то толкования или дополнительную литературу? Да, я как читаю, и толкование, у нас же православная церковь, у нас все растолковано, что Ветхий Завет. Ну, большая часть на Новый Завет, конечно, дано толкование. А в Библии, в Новом Завете, есть такой стих, что Писание, оно, Бог пришел и дал свет и разум. То есть непосредственно каждый имеет верующий от Бога откровение. Ну, то есть между Богом и человеком один посредник — это Иисус Христос. И откровение человек лично должен получать, это правда. Если касается что-то, например, обыденного, если касается разумения Слова Божия, Библии самой, то здесь нужно толкование, именно которое нужно, дано именно не всем. Вот, например, 1 Коринфянам, 12 главе, написано: «Господь поставил в церкви, во-первых, апостолов, пророков, учителей». Вот слово «учителей» – это именно те, которые дано разумение толковать Слово Божие. Как у нас был в 4 веке Иоанн Златоуст, Василий Великий, другие там перечисления, Филат Болгарский, которым дано это было разумение. Это не каждому дано еще. Ну, просто разуметь, например, сказано «не убей». Тут и так понятно, что Господь заповедовал не убивать. А есть, которые сложные тексты, например, «блаженны нищие духом».
Для человека неразумеющего, у него вот это вот, вот весь этот один стих у него в разум не входит, то есть который даже понятия о духовном ничего не имеет. Как так? Блаженны, то есть счастливы, нищие духом. А толкователь нам раскрывает, то есть те, которые... Вы только не пейте, пожалуйста. Те, которые осознают свою греховность перед Богом Творцом, то есть каятся в своих грехах и молятся за тех людей, которые совершают эти грехи. Вот это блаженство в этом есть. А в чем хорошо? Хорошо, я сейчас продолжим ту же самую тему, вопрос, который я задал по поводу личных отношений с Богом. В чем принципиальная разница между основными религиями, мировыми? Христианство, ислам и буддизм. В чем принципиальная разница? Большая разница. Мы не религию проповедуем, а проповедуем живого, распятого и воскресшего Христа, который живой есть Бог, и который отвечает на живую молитву, и который придет единственный Спаситель. Ни одна религия в мире не проповедует о прощении грехов, это во-первых, и во-вторых, о спасении человеческой бессмертной души. Только Христос спасает. Ну, я понимаю несколько, о чем вы говорите, но вы все равно ответили обобщенно. Живые отношения. Ну, даже членослужитель, например, буддист, может сказать, я за свои обобщенно. Что-то интернет зависает. Сбилось. Слава тебе, Господи.